Охрана знаменитостей – вынужденная статья расходов, на которую порой тратятся огромные суммы. Звезды, больше всех переживающие за свою безопасность, в нашем сегодняшнем видео. Во времена счастливого брака голливудская пара Брэд Питт и Анджелина Джоли поразили жителей Калифорнии уровнем защиты своего дома, который был куплен за 1 700 000 долларов. На безопасность было потрачено еще 235 миллионов. Вход в жилище возможен только по отпечаткам пальцев. При этом безопасность звезд охранял отряд спецназа. Актриса Хейден Панеттиер и боксер Владимир Кличко жили в доме, который оборудован пуленепробиваемыми окнами и сетью видеокамер. Вместо традиционного дверного ключа установлен сканер отпечатков пальцев. После недавнего разрыва актриса решила продать дом за 1 650 000 долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс оснастил жилище скрытыми камерами, которые контролируют передвижение людей, а на входе гости получают электромагнитную метку, облегчающую надзор. Умный дом включает свет, кондиционер или отопление только там, где есть люди, с учетом их индивидуальных предпочтений. Марк Цукерберг уже не раз попадал в поле зрения преступников, поэтому создатель Facebook потратил на защиту дома 12 миллионов долларов, а руководит охраной офицер, обеспечивавший покой экс-президента США Барака Обамы. Рекордсменом по количеству живой охраны негласно считается Леонардо Ди Каприо. У актера самая многочисленная в Голливуде команда бодигардов. Так, на одном кинофестивале журналистам удалось насчитать 50 телохранителей, сопровождавших звезду даже в туалете. Охрана звезд России обеспечивается с не меньшей тщательностью. Певец Николай Басков почти круглосуточно находится в обществе двух бодигардов. За 5000 долларов в месяц они встречают артиста на пороге квартиры и следуют за ним повсюду до глубокой ночи, пока не доставят обратно. Пожалуй, самые внушительные телохранители звезд в России состоят на службе у Тимати. Рэпер выглядит в 2-3 раза меньше огромных секьюрити. Эти великаны сопровождают артиста даже на встречах с коллегами по шоу-бизнесу. Иосиф Пригожин так тщательно относится к защите семьи, что сменил уже 500 телохранителей. Охране в крайнем случае дозволено применять силу, и под угрозой увольнения запрещено бить фанатов. А если бы вы были звездой, какая охрана была бы у вас? Делитесь в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.